В понедельник в Москве прошли переговоры президента в России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам трехсторонней встречи лидеры Азербайджана, России и Армении подписали совместное заявление. В основном оно касается создания совместной рабочей группы. Ее первое заседание пройдет до 30 января. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, говорится в тексте заявления. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц, компетентных органов власти и организаций сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне сторонами, отмечается в документе. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территории Азербайджанской Республики и Республики Армения, указывается в заявлении.